Стране нужны нормальные правители. Власть. Власть, она власть. Страна должна управлять. Беспорядка не должно быть в стране. Нужны быть люди, которые могут управлять страной. Поэтому, я думаю, это долг каждого проголосовать. Я считаю, что выборы – это важный момент для каждого гражданина Российской Федерации, потому что мы выбираем себе не только президента, мы выбираем себе будущее. Поэтому в этом плане не нужно сидеть дома, сложа на диване, нужно прийти и проголосовать. Не нужно быть мертвой душой, а нужно в этом плане быть поактивнее, и каждый голос важен.